Александр Городницкий. И в снег, и в дождик, и зимой, и летом, поднявшись утром или спать ложась, смотрю я на знакомые предметы, стоящие на книжных стеллажах, приглядываясь к выцветшему снимку вдоль ладоги блокадной колеи. А вот фото с однокурсницей в обнимку, следы моей распавшейся семьи, а листая позабытые страницы из питерских студенческих времен. Здесь компас мой из первых экспедиций и института горного погон. Любил я почему-то безделушки, их из далеких привозил земель. А вот баховский сидит чугунный Пушкин, вот Крузенштерна моего модель. Припомнится, как, напрягаясь Насте, гудел Норд-Оста сумеречный вой. Вот снимок на СП-17, где я стою в кухлянке меховой. Кораллы из тропических атоллов, куда попасть опять не суждено. Тот аппарат подводный, на котором я погружался некогда на дно. В кипящей бездне и метельном годе повсюду мне отчаянно везло. Когда умру, придут чужие люди и выкинут все это барахло. И снова солнце освещает полки, и я смотрю, проснувшись поутру, на жизни разноцветные осколки, которые я вновь не соберу.